Так, а это мой токарный станок. Причем самодельный. Он очень старый. Очень старый. Так, вот это задняя его часть. Вот это передняя часть. Это гребенка. Вот это вот гребенка. Это передача. Это мотор. Причем на две скорости. Вот такой мотор. Вот такой мотор. Так. Вот что на нем могу делать. Это ручки к лопате. Вот такие вот ручки. Да. Это уже готовая продукция. Да, вот это. Так.
и все. Ну, вот что получилось. Вот, вот наша балясина. Вот такая вот. Вот такая вот балясина. Кроме этого, на этом станке я делаю еще. Вот, например, ручку к томагавку. Вот. Ручка к томагавку. Это акация. Или вот такую биту. О, такая бита. Это дуб. Да. Потом вот. Вот такая забава для детей. Называется мельница. Кстати, она еще и крутится. Да. Кроме того, я делаю ручки. Кроме того, я делаю ручки вот для таких кухонных ножиков. Вот. Да. Или вот такой вот нож. Вот такой вот нож. Это что-то наподобие непальской кукры. Да, вот такой. Вот такая кукра, вот такая ручка. Вот. Вот такая ручка. Еще я делаю на этом станке. Я также сделал вот такой подсвечник. Вот, вот такой подсвечник. Это дуб. Это дуб. Да. Да. Кроме того, ну и я делал, на нем я делаю также ручки. Вот до таких своих кинжалов. Вот такой кинжал. Вот такая ручка. Да, вот эта ручка такая. Так. Ну и еще покажу вот такой ножик охотничий. Это тоже моя работа. О. Это все я деревянные части точил на том своем станке.